Доброго времени суток всем. С вами вновь Билли, и мы продолжаем проходить Dark Souls ремастер. Немножко отошел я от того тильта. Вот, сейчас мы посмотрим, что же мне надеть. Как мне вообще дальше идти по сюжету. По локациям. Ну, похожу пока вот в этом сете. Он самый легкий и, очевидно... Ну, не то, что самый легкий, но он... Из топовых он реально самый легкий. А мне хочется носить топовые вещи. Вот, сейчас на чем мне нужно сосредоточиться. Сейчас нужно слегка подфармить. Как слегка? Мне нужно 20 тысяч на ключ, который открывает проход. Саду. Ах ты, сука. Блин, а этот сет такой, ну, даже бронированный. Они меня еле пробивают. Ну, понятно, что это начальная локация, но тем не менее. Вот, короче, отфармить надо мне. Буду сейчас бегать фармить. Блять. Я тут, по-моему, вот так тупо первый раз упал. Ладно, души-то я свои заберу сейчас. Так, а где фармить-то лучше? Вот здесь, где я бегаю, здесь я долго буду фармить. Спускаться в какую-нибудь полость там или еще куда-то не хочется абсолютно. Легкий арбалет. Так, есть. При этом я еще хочу и подфармить души в целом. У меня мало хп, выносливости. Ну, мне нужно вот в эти сейчас статы покидать очки. Умений. Ну, посмотрим. Там все-таки... Не... О, троих просто. Троих. Нормально. Дракона я убил, к сожалению, а дракон мне по 500 душ давал. Если к нему просто подняться, поздороваться. Вот такой был щедрый дракон. Так, спустились. Куда мне идти? Куда? Куда? Куда мне пойти? Куда? 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 Я вот думаю, может быть, зачистить вообще все. Вообще все зачистить. С колечком, хилищем меня прям вообще красиво. Оно же меня хилит? Ну-ка. Я с каким вообще кольцом? Вот это надо. Если зачищать, то только с ним. Считаю это оправданным. Ну-ка, я же перенадел. Да, кольцо злого глаза. Пойдет. А вместо кольца Хавила, я думаю, есть смысл Кваранти надеть. Вот. Итак, мы пойдем. Спустимся сейчас вниз. В самый низ. Там у нас будет кто? Будут эти кристаллические твари, по-моему, да? Сейчас с кристаллическими тварями помахаемся. А что у меня за три значка вот тут вот у ХПшки? Я немножко недопонимаю. Так, вот это я уберу. Я думаю, у меня нет смысла это... Вообще носить в целом. Косу взять? Не, алебарду возьму. Вот, допустим. Тут ноль инфы какой-либо. Ноль инфы. Просто ярко-алый цвет символизирует их занятия. Угу. Ну, тут, да, ничего такого нет полезного. Кольца дают мне по эффекту. А, плюс щит, наверное. Ну да.
Все, теперь дошло. Щит плюс кольца. Вот у меня поэтому три эффекта тут. Ну-ка, ему его можно забэкстебить? Ого. Так, ну, плюс 200. Блять. Больно. А ты издеваешься? Ну ладно. Я тоже так могу. Ого, это атака с большим сплэшом. Еще плюс хп мне. Сюда. Хп и души. Пойдем за четвертым педиком. Где он там далеко? Кста, может сходить за гидру? Тут вроде бы что-то должно быть. Вот там, где гидру первую я побеждал. Останился. Так, ничего не упало, окей. Собственно, вот я пришел. А, или, ладно, нет, сперва, наверное, надо на костер какой-то. Да, сюда я рано пришел. Точнее, не рано, сюда я не в кондиции пришел. Вроде как. Сейчас догадку свою проверю. Тут просто я знаю, что что-то должно быть, но при этом я должен что-то сделать. Так, мне как вообще? Наверх просто, по-моему, да? Просто наверх. Тут до кузнеца можно добежать, там костер. У того костра можно еще побегать, пофармить. Как бы всего по чуть-чуть. Плюс деревья эти все всраты. Я просто не хочу тратить души. Души пойдут мне на уровень. Вот. Ага. Плюс вообще хотелось бы уровень качнуть. Блять. Бля, наконец-то. Я тогда помню, бомбил с этих энтов, что с них падает хрень. Сейчас я вообще не согласен, что с них падает хрень. С них падает охрененная фиолетовая тема, лечащая яды. Так что фарм их обусловлен вообще. Ладно. Только не присасывайся ко мне, не беси меня. Есть, и там упало. Красиво, красиво. Забираем всю эту тему. Проходим чуть дальше. Вон, собственно, та дверь, на которую я хочу нафармить. Вот она мне и нужна. Я ей открою эту дверь, но для нее нужен ключик. Вот на него сейчас мы и пофармим. Да, не-не-не-не-не. Вы это. Так дела не делаются, блин. Не. Ты не сдох, что ли? Ну ладно. Вот гигантов этих я не знаю, смогу ли я фармить. В принципе,
Блять. Назад. Блять, ясно. Пришел сюда, блять, с этими. С душами 4700, чтоб пофидить. Я не знаю, как против этого проклятия работать. Ладно, я так понимаю, надо этих каменных тварей просто дамажить сильнее, чем они тебя дамажат. Это единственное, что остается. Пофармил души. Ну почему всегда так? Ну каждый раз абсолютно. Блять. Это уже даже не смешно. А чё такая загрузка долгая? Есть какие-то пояснения? Алло? Dark Souls? Не будет никаких пояснений, да? Ну ладно. Наверное, потому что я совсем в другую локацию подправляюсь. Ну, в том плане я... Блин, на самом деле с каменных тварей очень много контента падает, ну, в плане душ. Поэтому их даже было бы рационально фармить. Другой вопрос, что мне не факт, что этот контент мне упадет. Ох, ладно. Мне anyway надо фармить. Хотя я говорю, что не буду фармить, но часто я на ключ фармлю. Плюс себе на статы. Вот. Учитывая, сколько я всего просрал в этой полости, в катакомбах, как бы я думаю, ничего плохого нет в том, что я немного фармлю. Как бы casual. Есть такой стиль одежды. И прохождение Dark Souls называется casual. Не. Огненная бимба. Да. Блять. Длинный меч. Может, потом все-таки найдется какая-то хрень, где можно продавать. Пока что я так понимаю. Бля. Не хватало тут откиснуть. Бля, это было бы сейчас печально просрать те души. Просирать те души не хочется. Нельзя. Нельзя просирать те души так тупо. Еще выносливость, почему я хочу? Потому что я хочу какой-нибудь бронированный сет потом замутить себе. И с этим сетом поиграть. Ну, типа, какой-нибудь сет бронированный. Может, какой-то торговец откроется потом посильнее. Пока что, конечно, ни хрена подобного нет. Не попали. Ёбаное дерево. Да ну я же бил. Как ты смеешь? Всё, найс. Чё, это трое были?
А, да, наверное, трое уже. Ай, блядь. Не попал. Брос человек получается. Все, давай, откисай. Так, мне и не вой, надо пойти за душами. Забрать душки свои. Вот, фармит ли мне каменных рыцарей, хуй знает. Блин, как понять вообще, что они делают? Вот они, по сути, какие-то руты на меня вешают. Руты, запрещающие мне что-либо делать. И пока у меня, ну, и все мои действия, которые все, ну, все, что я, короче, делаю, там пытаюсь фласку выпить, кувырок сделать, они отнимают у меня выносливость. И пока выносливость вся в ноль не уйдет, дебаф не спадает. Мне вот такое наблюдение показалось. Не знаю, может быть, я не прав, конечно. Сейчас будем думать. Думаю, может быть, пойти туда с этим. На каменных рыцарей-то, может быть, пойти с двуручником своим. Блять. Чего? Такой рендж? Ладно, я сперва, короче, до кузнеца дойду. Думаю, отсюда бежать-то будет, блядь, быстрее. Плюс человечность надо. Бы. Надо бы. Уезд нежити. Нежить. Нежить уезжает. Как-то так я себе это вижу. Так, здорово, брат. Отец. Здорово, отец. Отдать большой уголь, но на... Я ему что-то отдаю, все отдаю, а толку? Да, тут, конечно, мне много чего чинить надо. Бай, все покоцанное. У меня чисто на это уходят все души, которые я фармил, пока бежал сюда. Но это надо делать, обязательно. Что там можно у него купить, вот мне интересно. Титанит. Тут всякая банальная хрень. Тут тоже. Вот символ Арториаса мне нужен, получается. Хорошо, отец. Так, тогда можно до костра добежать. Так, где? Вот она. Хочу обратить всю хуйню. Так, ворота открылись, можно будет туда сходить, но это подождет. Обратить опустошение. Все, валим отсюда, валим, валим, валим. Валим, валим, валим на гелике. У меня столько всякой хрени, которую можно, кстати, заюзать. Типа... Нет, не это. Вот, например, медаль света. Можно использовать. А, не, использовать нельзя. Так, то есть это неиспользуемая хрень, окей. Допустим, талисман Уойда. Нет, не надо.
А вот душа Квилек. Либо много душ, либо уникальное оружие. Лунная бабочка. Ну-ка, как понять вот? Вот, например, у меня есть душа Квилек. Давайте с вами посмотрим. Это уже по-любому будет сейчас. Но что можно обвинять? Вот. Оружие из душ. Уникальное оружие в Dark Souls, создаваемое из душ боссов. Ковать эти предметы может только кузнец-великан из Underwonda. Понятно. Ну, понял, понял. Короче, с этими душами можно сделать что-то интересное себе. Но только если... Ну, понятно, короче. Ну, сделаю, чё. В принципе, прикольная тема, я считаю. Блять. А хули так больно-то? Ладно. Короче, нормальная тема. Души я не буду сейчас делать. Я хочу потом сделать какое-то оружие. Так, с него падает. Блять, ясно, падает. Он падает. Куда-то. Попал по мне скотобаза. Заросли. Забираем заросли, я понял. Это расходник, который следует иметь при себе, как в принципе и камень очищения. С камнем, конечно, у меня вышел обсер. Ничего не скажешь. У меня есть душа Квилек и душа Луны Бабочки. Надо как-то будет их использовать с умом. Так, мальчики, за мной. Да как ты, блядь, дотягиваешься до меня? Не. Да какое там из тел можно обобрать? Дай сюда. Бесит. Так, тут никаких секретов нет. Секретов тот же канат. Так, собственно, как мы действуем? Попробовать его... Во-первых, вот так, да? Каменного этого Питориаса. А, даже так? А почему так ваншотно? Так, а от этого мы отходим из деревьев. Не. Найс, когда они шотаются, это еще прикольно. 600 душ. Нормально, нормально. Получается, здесь могу я пофармить. Получается, что так. Можно и пофармить. Ёбаная кусака. Не дают, правда, за нее ни хрена. Красиво. Так, теперь этот. Все-таки с размаху нормальный такой депс прилетает. Чеводым маловеком. Вот, наверное, это и можно фармить. По 600 душ адекватно вполне. Чтобы нафармить на ключ, имеется в виду. Так, сюда давай пройдем еще. Тут кого-то можно было побить.
Красные херовины, по-моему, тут какие-то ползают. Плюс еще есть каменные рыцари. Не. Нормально. 96, правда, не столь большой куш, но пойдет. Валим, валим, валим на гелике. Я тут что-то не забирал. Да? А, это который упал тогда. Ха. Понял. Это он, конечно, зря упал тогда. Ага, понял. Блять, и этого тоже задел. А, их четверо, типа. Так, разгоняемся и... Блять, нет, нет, нет. Пошел нахуй. Я не буду этой хуйней с тобой заниматься. Может, у него кончится эта хуйня? Я вообще не намерен умирать тут, братан. Но он не даст же мне удар сделать. Или дал. А, я еще и взял не в две руки. Сейчас мог обосраться внезапно. Внезапно обосрался. Так, здесь, по-моему, никаких продолжений нет. А, так это я у это... У того пруда или не у того? Тут можно, интересно, упасть? Или я пожалею об этом? Думаю, что пожалею. Так, мне сейчас можно идти в это... Короче, так, здесь я знаю, что... Можно идти к пруду. К пруду можно идти. И там вроде как с человечностью. Вот я сейчас о чем говорил, что мне человек. Ну, нужно кое-что поменять. Вот, теперь у меня присутствует человечность. Теперь я человек. Не то чтобы бабадзаки. Вот. Так, чаечек. Вот, и сейчас можно пойти подчекать. Что там как. Но я там вообще хз, что делать. Там вроде как можно под нищу ходить, где гидра была. Да нище. Днище это я в дотке. Примерно. А-а. Блин, бесит эти перемещения порой. Надеюсь, все-таки мне дадут возможность перемещаться между кострами. Правда, я не знаю, что нужно сделать для этого. У меня такое чувство, что у меня уже полигры за плечами. Короче, я думал на костер пойти, ну ладно. Пойду сразу на болото. Попробую големов тоже поашотать. Поашотать. Человечность присутствует. Озеро темных корней. Думаю, может быть, точнуть клинок-то черного рыцаря двуручный. Так, а что мне... А, мне вниз надо или не надо? Я что-то слегка подзапытался. Надо, походу. Нет, не сюда. Ой. Хотя ничего со мной не было бы, если бы я упал. Ну, anyway, не хочу. Падать, 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 падать. Да, точнуть, конечно, оружие можно. Не помешает. Так, сперва с големами разберемся. Хотя они такие какие-то мягкие, что... И големами их называть язык не поворачивается.
Ну, они кристаллические какие-то хомячки. Да, блядь, что это за кувырок? А! Тут, блядь, бежать нельзя сюда. И еще удар. Не. Блять. А чё, нет? Не станется, тварь. Сейчас бы, конечно, тут сдохнуть. Чё за кувырок? Куда он меня хочет привести, этот кувырок? Так, за дерево. Почему ты не... Таргет не лочится? На. Все, отлично, идем к озеру. И тут что-то какая-то инфа была. Что-то тут можно замутить. Только вот чё? Так, собственно, берем сюда вот это и ищем, куда топать. К водопаду, может, надо? Понятно, ни хрена. Ладно, просто идем и смотрим, чтобы под ногами была суша. Ну, твердая опора, короче. Чтоб не шваркнуться никуда. Вроде все нормально. Опора присутствует. Вон туда можно пройти. О, лестница. А, так тут все это время был проход? Серьезно? Серьезно? Лестница? Ебать. Не, ну я знал, что что-то есть. Но я думаю, может, куда-то вперед надо пройти. Прям далеко вперед. А тут получается вперед чуть-чуть и какая-то лестница за водопадом. Причем такая огромная, я бы не полез. Ну, в реале, если бы я увидел такую лестницу, такую из дерева шаткую, и по ней надо было настолько высоко лезть, я бы, наверное, обосрался. Ну, погнали, блядь. Надеюсь, мост не обрушится. Не, вроде подобного не случилось. Так, а что, а где я? Мне вот туда надо? А точно? Блять. Еще одна лестница. А тут что? Душа отважного воина. Ну, давай. В копилочку. Кстати, а у меня нету... Сейчас, сек. Сколько у меня сетов? Ладно. Поднимаемся. Опа, сад темных корней. Так где это я? Чувствую, что я тут уже был. Но вряд ли. Ну, это не может же быть, чтоб я тут был. Так где это я? Ага, понял, уже контент идет. Там причем был мост еще, через который можно пройти. А я лишь предпочел сюда подойти. Да блять. Тут что-то может быть вообще интересное, хотя бы чуть-чуть. Бля, какой-то выступ.
Вон там приколы есть. Блин, большая локация, кстати. Чем такая большая платформа? Для чего? Эй, ты для чего тут так? Так, 7 фласок. Большого обилия врагов пока не вижу. Не наблюдаю, я бы сказал. А, наблюдаю, наблюдаю, наблюдаю. Я пашу тыль. Ебать, вы, конечно, куры мочите. Блять, дотянулись. Пиздец. На ровном месте просто сдох. Минус человечность. О, камон. Это очень, конечно, неприятная ситуация. Не знаю, зачем я обращаю опустошение, но мне кажется, это в этом есть смысл. Невеликий, конечно, смысл, но и присутствует. Так, с большим количеством таргетов нужно махаться уверенно. Что у меня самое бронированное? По-моему, вот эта башка самая бронированная, да? А, есть еще, конечно, вот это. Ладно, сейчас посмотрим, что как лучше быть. Быть или не быть? Ну да, на доспехи славного надевать. А вот перчаточки кожаные. Краги странника вообще лучшие, походу. Есть, конечно, наручи рыцаря, элитного рыцаря. Но элитный рыцарь, кстати, неплох. И балдерские наручи. Не. Но лучше алые робы пока ничего у меня нету, к сожалению. Она реально лучшая. Понятно. Ну, хпшечку я взял, потому что... Хотя увеличивает, на самом деле, эта маска хп не так уж сильно. Но она легкая и имеет какой-то особый эффект. Почему бы и нет, собственно. Ладно, отправляемся. Пока что с этим кольцом пойду. Если что, кольцо Хавила напялю. Сейчас сперва до моста дойду. Так. Так, я сейчас человек, то есть я не полый. Я просто слышал, что у озера нужно, вот где я нашел лестницу, что там нужно быть неполым. Бля, что там шевелило сейчас так огромное что-то у реки? Меня это пугает. Что там может шевелиться? Гидры там нет. Сам себя успокаиваю. Да, конечно, надо сегодня прям на аккуратничах поиграть. Не хочется обосраться, но легко могу это сделать. Этот скилл у меня очень хорошо прокачан по обсеру, который... Да, наверное, нахер эту маску. Лучше брони побольше. ХПшки я там себе замучу. Так, сейчас же заново появятся все эти твари. Големы, в смысле.
Поэтому надену кольцо на отхил, вдруг понадобится хилиться. Так, одного агрим, не хочу с несколькими махаться. Я с одним-то могу не справиться. Попал по нему вроде. Да, резко. Резко минус. Так, этого агрим. Он уже идет. В принципе, если попадать первым ударом, желательно, конечно, доджить его первую атаку. То, что он вот разбегается, он прям хочет меня. Пускай атакует. В принципе, я не особо против. А вот, ну, почему ты меня атакуешь? Есть какие-то, блядь, причины? Ну, можно, кстати, не с разбега бить. Anyway, пробивается. Неужели так сложно заочить таргет сразу? Не зря отхил поставил. Два удара впитать, как бы. Это дорогого стоит. У меня тоже есть размашистый удар. Вот два даже. Чё, все. Так, здесь можно спокойно сейчас идти. Вдоль водопада есть земля. В этом я уже убедился. Если бы я сейчас спёзнулся, это, конечно, было бы кринж. Кольцо Хавио. С кольцом Хавио вот я побыстрей. Человечность на месте, броня на месте. А сейчас осталось только пофармить эти деревья. Только надо прям на аккуратничах. Я думаю, даже может с блоками. Ну, щиточком попытаться поблочить их. Просто когда много любых мобов, а деревья они еще и попадают по тебе, по сути, гарантированно. Потому что имеют рейндж атаки большой. То это как-то не очень удобно. Блять, тут можно вот упасть. Ой, минус просто вся моя психика. Ладно, лезем наверх. Только я не знаю, что мне зачищать первым. Я вообще думал, я пофармлю ключик. Потом с ключом буду фармить вот эту локацию. А тут, судя по всему, я и так ее сейчас буду фармить. И вообще исследовать. Как тут вообще что делать? Ладно, идем за деревьями. Ай-яй-яй, еще? Так, ну если вот так, то без проблем. Нужны гарантии того, что я не обострюсь, поэтому делаем вот так. Вот так. Вот так. 13 кассов душечек. Ну вставайте. Не встает? Ну вот это должен встать. Нет? Это я их убил?
Вот. Я не прочь тратить на вас фласочки, гайс. Потому что я знаю, что недооценивать в этой игре никого не стоит. Блять, как же их много. Как же их много! Да как он попал-то по мне? Ой-ой-ой-ой-ой! Трое. Ебануться. Блять, не загреть бы сейчас дополнительных себе проблем. Так, одного минуснул. Угу. Один. Ёбаные, блядь, деревья. Какие. А, мне повезло, что он там застрял. Сейчас сам застряну, как бот. На. Фу. Заебался я вас подчищать. Ну, блин. Для первой зачистки это обязательно. Ну, в принципе, в этой локации потом я хз как буду вообще двигаться, потому что это проблема. Но они реально проблемные, все вот эти челебоссы. Так, сколько? Я всех их выманил? Или не всех? Чтобы, блядь, вот это полутать все. Восточный шлем, восточный... Ого. Это новый сет? Оф, оф. Восточный пон уже не очень, это я уже понял. Наручи победителя. Восточный наручи тоже такое себе. Восточный доспех. Резкий удар. Ну, что-то хорошее есть в нем. Он весит меньше. При этом брони, ну типа вот, здесь брони 47, здесь 45, но при этом, а, он весит не на так уж намного меньше. Ну попробуем, попробуем. Восточный шлем. А, ну тоже нормально. Так. Мне нужно отбежать в сейвовое место. Потому как тут... Очень сильно напрашивается кое-что напрашивается. Гайс, это коричневая тревога. Вот это что? Срочная коричневая тревога. Так, все, парни, я на месте. Коричневая тревога. Была оправдана и была ликвидирована. Угроза была успешно ликвидирована. Так, я тут не досмотрел все-таки. Я, конечно, полегче сейчас, блять, полегче сделал. Но я могу набрать еще где-то веса. Ну-ка, восточный шлем посимпатичнее? Да, он посимпатичнее. Ну вот так и побегаю. Вроде так. Непохенько. Там вон что-то светится, но я так понимаю, мне не туда. Да, мне не туда.
Вроде как. Бля, там ёбаные пни. Так, теперь вот это. То же самое. Не до конца, конечно, понятно мне, что из себя представляет вот эта локация. Но при этом я уже нафармил так не слабо. Ну, в плане... А, вот даже как, да? Ебать! Это кто такие, нахуй? И почему они такие сильные? Ну-ка я подальше от них отойду. За мной все еще идут? Блять. Минус. Плюс 2К. Нормально так. А там их несколько было. А что это за педаурги? Слегка не понимаю, куда я причапал. Так, ну явно это вот справа от прохода. Тут могут быть сейчас энты. Хотя вроде бы их нет. А там, наверное, надо по мосту переходить туда. Ты чё, блядь? А, кто-то стреляет в меня, понял. Фух. Я видел, тут где-то лут еще был. Хотел бы его залутать. Сейчас бы залутать, конечно. Ну-ка, может второго добить чела, который тут был. Только я его не вижу. Где ты? Где-то идет. А вот. Ага. Ну, сори, чел. Ну, конечно. Я не так прост, как ты думал. Но они в сетах, в обычных. Надеюсь, они не являются теми, кого потом не восстановить. Ну, на самом деле, похер. Они на меня напали? Напали. Это ключ! А, так я со стороны замка! Я с этой стороны. А я и не знал, что можно не покупать ключ. Бля, я, наверное, сейчас выгляжу лютым пиздобовым, конечно. Ну, бля, я правда не знал. Я вообще думал, я тут найду какую-нибудь торговку с человечностью, поэтому хожу. А тут, бля, хуй знает, что вообще. Врагов нет, но есть вон кто-то еще. Ну нет, братан. Я гораздо сильнее.
Чего? Еще один? Еще минус. Бля, что он там наколдовал? И зачем он вообще там что-то колдовал? С какой целью, как говорится? Так, ну я их всех выформил. Тут, по сути, все классы были. Все классы, которые можно было выбрать на старте игры. Да? Не. Так, ну вроде как я все выформил тут. Так, вот кошечка, с которой можно поговорить. Я читал, что мне с ней нет смысла говорить. Я не буду говорить с ней. Ну, типа, там вроде что-то какие-то ковенантные темы, а мне как бы ковенант какой-то не интересен. Срал я на ковенанты на эти. А. Вон там кто-то движется в мою сторону. Да? Да. Блять, ясно. Это за всю боль. Ёбаные грибы. Тут много больших грибов или только маленькие? Я ебал их, честно. Они меня бесят. Особенно большие. С большими там вообще ПВП надо устраивать. А откуда они здесь? Я что-то потерял уже ощущение, так сказать... Себя не во времени, а место свое. Ну, типа, где я, что я должен делать вообще? Они меня не атакуют почему-то. Те атаковали. Блять, геноцид тут устраиваю. А. Ага, это папы. Папа гриб. Папа гриб может дать Коле пиздюлей. Поэтому я просто поисследую локацию. Я и так уже там выщерблюнул несколько детей у папы гриба. Папа гриб и так может быть недоволен мной. Так, а там можно что-то позабирать, кстати. Там какой-то утецкий был. Это кто рычал? Туда стоит мне спускаться за лутом? Я могу потом подняться? Да, могу. Кто-то, блядь, рычит. Душа. Душевно, конечно, да. Кто? Опа, понял. И кто ты такой? Медведь какой-то? Похож на какого-то... На какую-то гиену. Ебать. Ебать. Да что ты какой неугомонный. За деревья спрячусь. И отопьюсь последней фаской. И пойду добивать. Где он, блядь? Опа. На. Я не буду на тебя смотреть, а буду тебя пиздить. Плюс еще 2000 душ.
еще несколько. Ебать честно. А можно, пожалуйста, не убивать? Очень прошу, дяди, тети. Просто бежим отсюда. Нахер, нахер, нахер. Не хочу души терять. Бля. Я думал, там один. Там их оказывается до хрена. Так, но мне надо как-то восполнить свои все ресурсы, а я костра тут не наблюдаю. Костром тут и не пахнет. Короче, понял, мне всю эту локацию проще будет исследовать, если я открою дверь. Без открытой двери тут делать нечего. Ну, собственно, поэтому вот у меня 26 кадуш. Можно пойти сейчас купить ключ у кузнеца. Вот, и уже идти сюда... Иди сюда. Так. Ну понял, короче, это новое око. И я ее буду исследовать. Так, вот кошка. Надо хотя бы понять, как я сюда дошел. Как я докатился вообще сюда. Так, она была слева. То есть вот она вот там справа. А у меня где-то здесь проход должен быть. Ебать, ясно. Тут остались... Тут остатки, блядь. Былой роскоши. Я бы их одолел по одному. Так. Ну, об дерево стукнул. Заебись, конечно. А он меня шотнул. Ну, у него тоже двуручник. Пипец. И мне сейчас туда пёхать за душами. Блин, ну мне нельзя терять эти души. 20 с лишним. Заебусь их фармить. Ладно. Ох уж, это была жесткая ошибка. Я просто не помню, куда мне идти надо. Совсем не помню. Получается, мне сейчас надо опять фармить эту локацию, всех деревьев там перебивать. Не, ну мне явно в сторону энтов не надо. Мне надо направо будет сейчас, как я приду туда. Да, это, конечно, обидная ситуация. Но то, что мне надо теперь открыть проход, это точно. Я сперва такой думаю, а зачем мне тогда открывать? А теперь я, наоборот, уверен, что мне надо открыть. Потому что эту локацию будет сложно вообще исследовать. Если там будет... если... ходить туда без этой двери. Если ходить через озеро. Буду постоянно сражаться миллиард раз. Я эту игру там 1000 лет буду проходить. Вроде как, есть смысл, кстати, в восточных доспехах из-за резкости удара. Может быть. Быть может. Ты чё, блядь, падаешь? Дурник, что ли, совсем? Так, ну главное, чтобы другие не загрелись. Против одного я еще изи. Если бы он еще осилил подняться. Ну давай, ты сможешь. Бля, мы чисто два уебана. Тотальных нахуй. Гайс, вы можете подняться? Ебать. Зауешел. Так, берем теперь вот этого, который первым всегда агрится. Первую плюху я... Ясно. Не. Так, ну теперь твоя очередь, братух.
За спину за шель. За шегу на кидель. Короче, тут еще не все секреты в этом озере я узнал. Вот. Как я понимаю. Сейчас просто идем туда через сложный вот этот обходной путь. Странно, что он доступен по дефолту сейчас, а не потом как-нибудь. Хотя, может, ничего странного. Лестницы эти большие бесят, но это неизбежность, если речь идет о бесшовном мире. А Dark Souls это как раз про бесшовный мир. Типа, если одна локация очень высоко в горах, а другая внизу, ну как ты их свяжешь еще как-то по-другому? Кроме как просто огромной и высокой длинной лестницей. Огромной, высокой, длинной. Сколько прилагательных. Так, первое, что нужно сделать. Забрать души. Второе. Чем я еще туда иду? Ну, ладно. Не сдохнуть — первое вообще правило, я думаю. А вон, кстати, и души мои. Ладно. Есть. Так, остальные еще не вылезли. А вон идет. Потихонечку. О, заросли цветущего. Это нормальная тема. Так, по пути к душам. Нападут ли на меня? Ай, срать. Оживление. Так, добежали, смотрим. И не подошел ли кто-то по мою душу? Слушай, а можно тогда пойти тем напинать, которые лучник с рыцарем, которые на меня напали? Только надо это аккуратненько сделать. Что-то я их не наблюдаю. А, вон он. Ух ты, больно делает. Хорошо так попадает по мне. Блять. Бежи сюда, тварь тупая. За ним еще и энты. Углементы. Блять, самое проблемное, что деревья бегут. Блин, их. Они там все бегут. Так, ну с рыцарем можно, я думаю, как-то пободаться. Если вот так вот делать. Это ошибка, братан, твоя. Хоба. Ну, надо его победить как-то. На. Да мне нужен размашистый удар. Да, вот этот. Фух. Плюс 3 касика. 30 душ. 30 тысяч душ. 30 тысяч. Так.
Ну, вроде разобрался. Next у меня кто? Лучник? Остальные-то не резнулись, я надеюсь. Хуманы, блядь. Тебя понял, тварь. А как мне попасть к этому лучнику? Обходить надо. Ага, ты на увороточах, на перекаточах, да? Блять, ясно. На. Найс. Мне бы с них что-то падало еще. О, что-то упало. Двойная человечность, черный лук, шляпа Фарис. Черный лук — это значит какой-то сильный лук. И шляпа какая-то еще. Вроде больше никого рядом нет. Те остальные-то не заново появились? Блять, да. Получается, можно тут фармить души так нехило? Хилы или нет, не знаю, но... Блин, я справился. Зау я шел челов. Может, с них что-то еще упадет? Я ни хрена не упало. Так, ну на ключ у меня есть, думаю, надо отступать. Не думаю, что стоит тут из-за жадности задерживаться с таким большим количеством душ. Вот, поэтому 38 тысяч, в принципе, хватит на уровень. Поэтому валим отсюда. А там дальше мы уже будем открывать дверку. Открывать дверку будет, я думаю, проще, чем все остальное. Так, а мне надо было по мосту идти? Или нет? А вот лестница справа. Ее не видно было за энтом. Блин, а обратно смогу ли я пройти? Аккуратненько вот тут. Я надеюсь. Фух. Блин, я бы никогда тут не полез. Это капец страшно, наверное. Это ужасно страшно. Так, гайс, в общем, случилось очень необычное стечение обстоятельств. Я, честно говоря, в шоке. Коротко, что случилось? У меня вылез синий экран. Вот. А что необычного, так это то, что... Ну, файл-то я свой восстановлю, видео. Как бы вы это поймете, потому что видео я все-таки выпущу. Вот. А Dark Souls меня сохранил, ну вы видите где. То есть я не потерял души. Я, если честно, уже успел расстроиться, что мне сейчас заново придется проходить. Ну, меня резнет у костра без душ. А меня резнуло с душами, но не у костра, а просто у последнего места, где Dark Souls меня сохранил. Блин, вот я как бы хейчу Dark Souls за некоторые технические моменты, но вот тут, блин, приятно. Здесь приятно. Здесь красиво. Что во время критического вылета мне не приходится приставать к костру. Ну, точнее, от костра и все это заново делать. Короче, у меня видео оборвалось на вот этом моменте, как я спускаюсь по лестнице, а по-настоящему я, короче, добежал до кузнеца и вылез синий экран. Надеюсь, сейчас это не повторится, конечно. Да. Интересно, Dark Souls, это поэтому эту игру считают такой сложной? Потому что, блядь, синий экран? Надеюсь, нет. Вот такие дела, короче, ребят. Я не
не какой-то супер богатый чел, у которого есть крутой комп, чтобы он не лагал. У меня тоже порой возникают подобные кринжевые ситуации, от которых сгорает очало, честно говоря. Потому что я мое успело сгореть. Я, правда, его потушил сейчас. Во-первых, тем, что восстановил поврежденный видос программой Antrunk. На заметку тем, кто тоже что-то пишет и у кого могут проблемы появиться вот такие. Вот. А второе, мою жопу спасло то, что, ну, я как говорю, не пришлось заново фармить души. То есть я сейчас с этими 38К просто добегу до кузнеца, куплю ключик и апну уровень. Вообще хотелось бы апнуть 2 уровня, поэтому я, наверное, добью 2 уровень всем, что у меня есть. Я, наверное, вообще в целом постараюсь сейчас заюзать на 2 или 3 уровня. Если у меня есть на 3, то я апну 3. Потому что я чувствую, что мне нужна выносливость и хп. Нужны, точнее. Здесь, кстати, я дерево убивал, но сейчас там сзади. Но сейчас не буду никого убивать, сейчас мне надо просто добежать до кузи. А еще надеюсь, что все-таки найду я место, где можно продавать все это говно. Пока что, конечно, нема. Вот. Фух, сейчас все работает. Чиним все. И снова вновь мы все это чиним. Ну-ка, могу ли я... Нет. Усилить броню какую-то. Осколки титанита требуются, а у него же есть. Символ Арториаса. Так, а усилить оружие. Меч дракона можно, кстати, усилить. Не знаю, не буду. А вот это. А вот это. А вот так. А вот так. Ё-моё, 300. Ё-моё. Хорошо. Дедуль, хорошо. Ля, ну я с этим оружием теперь обязан ходить всю игру. Если уж так подумать. Так, где мои твердые души? Что я сделал? Я выбросил? Да почему он выбрасывает? Я вроде не нажимал выбросить. Как это работает? Вот. Использовать. Скидыщ. Плюс 600. Что тут еще у нас? Использовать. Все 4. Скидыщ. Плюс 1600. Это вот слабенькие души, их по-любому надо завязать. А уже там как бы поинтереснее есть экземпляры. 6. Скидыщ. 4800. Чё по уровню? Не хватает даже на один. Чёрт. Чёрт. Использовать. 7. Давай. Да, 7К. Тогда я уж добью. Короче, нужна где-то 30-ка. Ну, похер, короче, заюзаю все. 9. Пяу, 18. Ну-ка, новый уровень. Собственно, здоровье, выносливость. И у меня еще остается. Угу. Сейчас добьем. Большая душа. Вот гордого еще завязаю. Мне кажется, хватит мне этого. Плюс 3. А, не, походу не хватит. Блять, да, 1,5 кассика еще надо.
Ладно, полтора кальсика, я думаю, я добью. Пока пойдем откроем дверку. Блин, сейчас бы босса какого-то потестить оружие свое. Насколько оно жесткое. Так, здесь у меня, в принципе, все как надо. Хавил плюс кольцо на повышение, на регенерацию стойкости. Сейчас проверим депс. Еще резкий удар сейчас благодаря восточному сету. На! 578, бля. Жесткий я, получается. Кек. На! Так, этот ничего не дал. Так, мне надо было 14500. Может, я сейчас тут форману их быстренько, эти 14500. Блять, да как вообще вас доджить? Никак, да? Я человек простой. Вижу, что можно не доджить, не доджу. Так. Угу. Ну вот, теперь я могу этот символ Арториаса, или как он там. Давай. А куда он его, блядь, засунул? Использовано символ Арториаса. Найс. Найс, найс, найс. Отлично. Пойду-ка я вдоль стеночки. Ты серьезно? Ты вот это сейчас серьезно. Блять. Ах ты тварь. Каковы шансы, что ты увернешься? Ах ты тварь. Так, ну в принципе я добил уровень. Блин, с него бы еще что-то упало, было бы красиво, но сори, нет. Сори, нет. Эй, ты, сори, нет. Так, тут надо быть внимательным. Темно ни хрена не видно. Те медведи меня тут шпыняли, я не знаю, будут ли они тут снова. Или гиены, как их назвать правильно. Это энты. Нахер вас. А, понял. Я хилиться, хилиться, хилиться. Да ну камон. Ну нет. Серьезно? А чё так больно? Я не думал, что меня убьет он этой механикой. Ну ладно. Буду более осторожным. Я просто так и не понял, куда я пришел. Вот сейчас. Ну, типа, открыв ключом Арториаса, что я там должен увидеть. Ну ладно. В принципе, пофиг. Сейчас увижу все, что надо. Сейчас на аккуратничах. Так, ладно, с этого ничего не упало. Ну, я, блин, не хочу опять потом в локацию с ядом, но мало ли, вдруг какая-то еще будет такая локация, где меня будут ядами шпынять. А я уже тут запас и от кровотечений, и от ядов. Красные же от кровотечений вроде бы спасают. Так, в этот раз я буду умнее и сразу пойду вот на этого. А уже потом... Блять. Умнее хотел быть, но нет.
Сори. Сори, нет. Надо свои души вернуть, восстановить. Первым делом. Потом подумаю над тем, чтобы поискать тут какую-то логику, проход. Логика, проход. Вон клирик стоит. Я тебя вижу, сука. Я тебя вижу. Есть. Контакт. Так, теперь вдоль стеночки идем до моих душ. А вон, кстати, и души лежат. Тогда заберу просто их. Куда мне чапать? Я так и не понял. Вдоль этой стеночки особо далеко не уйдешь. Так куда? Туда куда-то? Может, мне на мост надо? Наверное, да, на мост. Пойду тогда спущусь. Вот здесь. И пойду по мосту пройду. И там, наверное, как раз-таки и будет все остальное. Блять, все-таки за мной идет один. Или не один. А зачем я кувырок сделал? Блять. Почему так больно делают они? Он сейчас своей атакой мне почти фул хп снес. Так, там ходят грибы. Грибы, я думаю, мне нахер не нужны. Ну, по факту. Скорее всего, мне надо к тем гиенам ёбаным. Вот они. Одна есть. Одну вижу. Блять. Ещё бы видеть что-то. Сейчас бы что-то видеть. Так как будто огромные крысы. Опа. На. На. А вот в... Хилимся, живем. Ну-ка. На. И на. Не зря ж я все это затачивал. Затачивал, задрачивал. Все вместе. Че, все? Нет тут больше этих тварей. Блин, душ, конечно, много. Хочется вернуться. Ах, как хочется вернуться в городок. А здесь что? Нихуя ничего, как говорится. Главное не к грибам. С грибами у меня все плохо. Вон эти грибы опять. О, вон дверка. Там босс? Ну-ка я сперва наверх сюда зайду. Ну да, тут чисто грибные вопросы. В принципе, 7 фласок. Души, правда, жалко, если не смогу одолеть босса. Ну, пофигу. Почему это я не смогу? Надо попробовать. Правда, каждый раз через собак этих ходить. Неприятно, конечно. Почему вот костер сюда не поставить, а? Так, что мне может понадобиться на боссе?
Да, в принципе, хз. Жаль, нельзя использовать это. Ну, типа, масло еще поверх на меч. Открыл. А мне надо прям заходить внутрь? А я могу выйти? Ну, это босс-файт, арена большая. Прям видно. О, меч какой-то, он там большой. По-любому сейчас кто-то вылезет. Ладно, пойду. За этим клинком. Его можно взять? А, ясно. Сейчас кто-то появится. Лапка? А, волчара. Я видел, как папаня с ним махался. Хрена себе. Он как из One Piece Зоро. Трехмечевой стиль. Правда, у этого одномечевой. Не попали. Блин. За этой хренью можно будет спрятаться? Ну, вроде да. Да, он не попадает. Блять, попадает. Какое-то кольцо с шершнем. Мне надо похилиться. Блять, и попал все-таки. Блять, да как? Ебать. Вот я и соснул. Сиф, великий волк, 22 тысячи душ. Тут хочется быть мобильнее. Учить мувсет босса и быть мобильнее. Блин, обидно, 22к душ, не хочу их терять. Но теперь я хотя бы понял, куда мне надо идти. Вот. Но проблема в том, что я не знаю, как мне этих собак сейчас чистить. Каждый раз. Я заебусь. Может, можно их как-то оббежать? Обойти, так сказать. Мне кажется, если я попробую их обойти, они меня накажут. Еще бы какое-то усиление на меч было бы прям шикарно, но... Видать, двуручный меч нельзя усиливать. Неприятная сытьювина. Конечно. Мог бы я свою броню поднять, я бы поднял. Но, по-моему, никак не могу. Ну, типа, усилить. Ну, я не смогу усилить броню так, чтобы значительно сократить количество повреждений, которые наносит мне этот волчара. Волк 80 кг. Кек. Так, клирика, интересно, он загрится, если я просто оббегу его. Вроде не агрится. А так зачем я сюда иду? Мне же мост надо перейти, блять. Опять напутал все. За мной же никто не идет. Там Энд застрял. Ладно, мне, короче, вдоль берега надо идти. До моста.
Ах вы суки. Тварина, минус 22 тысячи душ. Я все думаю, что он пытается сделать. Окей. Все-таки, если играть в эту игру в сейвове, то ты экономишь больше времени. То есть, вот тогда у меня было 20 тысяч душ, я такой, может вернуться назад? Такой, нет. Зачем? А в итоге, ну, типа, время на то, чтобы вернуться, один раз вернуться с этими душами и завязать их, это время, ну, гораздо меньше, чем время то, которое я буду фармить эти же души. То есть, вот, ну, грубо говоря, этих деревьев я эти бью по 100 душ. Чтобы 20 тысяч душ нафармить, сколько нужно? 200 таких деревьев убить. 200, блядь. Да, конечно, можно сейчас этих клириков, хуириков пофармить. И, честно говоря, я настроен это сделать. Я пойду им отомщу сейчас, в любом случае. Они охренели, что ли? Тварины, сука. Ну, неприятно, конечно, неприятно терять всегда души. Интересно, вообще, я думаю, разрабам стоило ввести такую статистику, которая бы отображала количество проебанных душ. Где вот вор? Я хз, кстати. Клирика я уже запомнил, где он тусит. Сразу, нахуй, послан. 2к. Ну да, и походу это место одно из самых фармовых. Тут реально можно много выфармить. Так, где же я ворота заагрел? Вон он. Идите нахуй. Это месть тебе, братух. Братух это из... это убийца Акамы. Там главный герой называл братухой этого рыцаря там гея. Так, это у нас варвар. Конан. Конанг. Повезло мне попасть по нему несколько раз. Правда, с них ничего хорошего не упадет. К сожалению. Так, это же я вместо того моста могу пройти по этому. Правильно. Вроде как правильно. Вот они грибочки идут. Мне нужно обойти грибочки. Попробовать. Обойти их. Грибочки мне нахер не сдались. Вот, по-хорошему мне и собак этих сутулых надо обойти. Но они, я так понимаю, справа где-то вот сейчас. Я сейчас их как бы эвейжу, скажем так, избегаю. Вот они где-то сейчас справа должны быть, по-моему. А я прохожу сразу к боссу. Да? Надеюсь, что да. Ну да, вон мост. Волк 80 кг. Блин, ну он неприятный, конечно, тип. Этот волчара. Я начал неплохо, вроде бы даже доджил его атаки. Под ним сейвовенько, если честно. Ну, можно стоять под ним. Но, блин. Некоторые его атаки слишком жесткие. Плюс я кольцо с шершнем забрал. Блять.
Вот, нанес удар. Еще удар. Под ним доджится нормально. Он вокруг себя потому что бьет. Ну да. В принципе, это изи тактика. Все. Волк, вот вам и волк 80 кг. Душа Сифа, кольцо Арториаса. Кольцо Арториаса. Человечность и косточка возвращения. Лучше бы меч Арториаса дали какой-нибудь. Вот это, ну, правда, это вряд ли тот меч, который мне нужен, вот этот огромный. Хотя, заебись было. Я был бы как Гатс из Берсерка, с огромным таким. Хотя я и так как Гатс, на самом деле. Меч черного рыцаря тоже огромный. Не то чтобы у меня какие-то комплексы. И мне нужен именно большой меч. Но это ж круто, когда у тебя огромный клинок. Так, я так понимаю, из этой арены никуда прохода никакого нет. Я просто полутал души и кольцо Арториаса. А что оно делает? Позволяет путешествовать по бездне. Может быть, это кольцо для телепорта между кострами? Ну, бездна, мне кажется, это больше, чем... Это какая-то локация, мне кажется, конкретная. Я прочитаю про это. Интересно, как люди воспринимают то, что я вот такую инфу могу прочитать? Это гайд? Или не гайд? Или все-таки гайд? Кто гайд? Я гайд? Бля. Главное сейчас с этими 50 кусками душ добраться до костра. Это реально сейчас то, чего я хочу. Главное. Главное не сдохнуть, как тварь. Как тварь из Твери. Кек. Так, ну вот проход. Короче, в чем суть вот этой кошки в доме? Ну, вот тут вот кошка есть какая-то, с которой можно поговорить. Она это... Как вожак всех вот этих вот педиков, которые на меня нападают. Получается. Получается так. Получается так. Так. Куда мне только вот сейчас чапать? Может быть, напротив нее надо пойти? А хуй знает. А кто знает? А хуй знает. Кто хуй знает? Я хуй знает? Да? Да, все правильно. Все именно так. Все, найс. Добрался в целости и сохранности. До ворот Арториаса этих. Теперь у меня есть кольцо Арториаса. Интересно, а волк вообще по сюжету он плохой или хороший? Ну, типа то, что он на меня заагрился, еще не значит, что он как бы плохой. Может быть, он питомец какого-нибудь крутого рыцаря. Не знаю. Не, ну anyway, я его убил, зафармил. Души как бы в кармане. Так, к кузнецу топаем. У того костра сохранюсь сейчас. Апну уровни. Уровни полюбаса надо апать. И надо будет прочитать о том, ну, что делать мне с этим кольцом. Что оно позволяет делать. Кольцо Артуриаса. Артуриас. Снова здравствуй. Хотел просто понять, он что-нибудь может мне какую-то инфу дать. Ну там, может быть, я убил Сифа, и он мне что-нибудь сейчас расскажет. Дай себя прикончить. Хорошо. Здорово, отец. Новый уровень. ХПшечку. И выносливость.
Та-да-дан-тан-тан-тан. Нормально, я считаю. Солидный такой я молодой человек стал. Ладно, сегодняшнее видео, гайз, подходит к концу. Вот, надеюсь, что достойно сегодня я провел время. Вот, в принципе, неплохо. Победил босса, зачистил локацию. Ну, не до конца, конечно. Ну, крыс этих больших гиен я побеждал. Грибов нет, конечно. Ну, блин, может, я в полость еще буду возвращаться. Посмотрим. Зато и гидры по любасу. Плюс там еще чуть, может, какой-то контент есть. И тогда этих я грибов побью. Хз, посмотрим. Вот, на этом сегодня все. Заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.